Теперь блок экономической информации, в частности, обещанные ранее подробности трехсторонней встречи по газу в Брюсселе. Итак, представители России, Украины и Еврокомиссии подтвердили действие так называемого зимнего плана, по которому Киев на особых условиях получает российский газ. Отдельно затронули и поставки топлива Донбассу. Из Брюсселя передает Михаил Антонов. Не сняв фундаментальных противоречий в сфере поставок газа, России, Украине и Евросоюзу, тем не менее удалось прояснить ряд срочных вопросов. На этой неделе украинские потребители не останутся без газа. Даже несмотря на то, что предоплаченный остаток, на который они еще могут рассчитывать, всего 68 миллионов кубометров. Это сутки нормального потребления. У «Газпрома» есть основания рассчитывать на то, что и потом трубу перекрывать не придется. В рамках вот обсуждения зимнего пакета, мы сегодня это обсуждали, наши коллеги украинские подтвердили, что они готовы оплачивать газ по мере необходимости, исходя из того температурного режима и потребления газа на территории Украины. Сейчас трудно сказать, когда будет предоплата. Наши коллеги заверили, что у них есть необходимые ресурсы, и они будут их использовать по мере необходимости. Посуточный режим предоплаты неудобен, усложняет бухгалтерию. Перепады давления вредят газопроводам. Но такая схема все-таки позволит удержаться в рамках того дополнительного соглашения к контракту 2009-го, которое «Газпром» и «Нафтогаз» заключили в октябре прошлого года и которое стало называться «Зимний пакет». Область неизвестного начинается там, где заканчиваются нормальные законы экономической и любой другой деятельности, и начинается зона АТО. «Мы поставляем газ в Донецкую и Луганскую область», сообщил украинский министр Демчишин, очевидно, имея в виду только часть этих территорий. В соответствии с контрактом «Донецк-Трансгаз» — это просто диспетчер. Структурное подразделение «Нафтогаза», который и ведет все дела с «Газпромом». Соответственно, объемы топлива, которые заказывает диспетчер, а у него есть на то полномочия, должны суммироваться с общим объемом украинской заявки и оплачиваться головным предприятием. Любая попытка представить дело иначе выглядит как отказ Киева считать эти территории частью единой энергетической системы одной страны. Но даже несмотря на это и по настоятельной просьбе Евросоюза, Россия согласилась на время закрыть глаза на контрактные обязательства Украины. Договорились, что те объемы, которые поставлялись в последнее время и сегодня поставляются «Газпромом» в эти области, в эти отдельные регионы юго-востока Украины, они вынесутся сейчас за скобки, не будут учитываться при определении объема предоплаты, по которому в рамках зимнего пакета сегодня осуществляются поставки газа. Такой подход позволит миллионам украинцев не остаться без тепла, что, безусловно, контрастирует с готовностью Киева заморозить 4 миллиона человек, уже оставшихся без зарплат, пенсий и пособий. Но со стороны России это не просто благотворительность. Ключевое условие любых компромиссов – исполнение Киевом Минских соглашений. Ну и, конечно, комиссар Шефчович, он теперь может вздохнуть спокойнее. Угроза несанкционированного отбора газа со стороны Украины в нынешнее холодное время года, кажется, миновала. Михаил Антонов, Александр Коростелев и Андрей Путра. Вести, Брюссель, Бельгия.